В сети появилось видео, как неизвестный в ночь с 6 на 7 апреля поджег кафе «Лэйзи Суши», что на Фонтанской дороге 49/1. На видео видно, как человек вылил горючую смесь на лестницу заведения. Площадь пожара составила около 5 квадратных метров. Огнем повреждены входные двери и ролеты. Заведение было закрыто, поэтому никто не пострадал. Полиция ведет поиски поджигателя.